Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. А теперь хочется сказать всем нашим пышным красавицам срочно к экранам. Сегодня мы вам представляем блузу Стаси, и она у нас представлена до 68 размера. Почему я так кричу, я сейчас объясню. У меня соседка 62 размера. Она говорит: Оля, это какой-то кошмар. В Москве живу, хожу по ближайшим магазинам, нет моего размера. Понимаешь? Да, безусловно, нету. И даже я, работая с различными медийными личностями, среди них много дам корпулентной формы, и они тоже не могут себе найти. А уж в Европе, тем более, красивая вещь, но на маленького размера. В нашем случае наши бренды это позволяют сделать. Почему? Потому что они шьют именно для корпулентных дам. А мой любимчик, бренд Benitra Bini, это тот бренд, который только работает с телемагазинами, а значит, создал такие лекала, которые без примерки полностью попадает в ваш размер. Здесь идет имитация двойки, а значит, красиво формирует вашу фигуру и делает ее более стройной за счет внутреннего изделия и как будто накинутого сверху кардигана. И, конечно же, стройнящий крой, правильная рельефность формы выточки, компоновка по зоне именно вертикали и грудной части ворота. Это и позволяет вашей фигуре в нем чувствовать себя идеальной. А за счет его пластичности, мягкости и уюта еще и даст вам комфорт при движении и не стеснит ваше движение. Ну, а цвета? Может быть, тоже у тебя будут какие-нибудь звездные такие вот рекомендации? Вот бордовый цвет кому порекомендуешь? Я бы его рекомендовал практически всем, от холодной блондинки до брюнетки. Он такой легко опьяняющий, всегда опьянит взгляд мужчины. Дальше идет изумрудный цвет. Обратите внимание, все модификации идут в главной любимой технике. Здесь идет у нас меланж. Дальше идет бежевый цвет. Я бы даже сказала, немножко айвери, такой с оттенком под тоном розового. Розоватый, да, розоватый. Да, дальше идет классический прям цвет соли, перец. И синий серый цвет. И синий цвет. Джинсовый. А мне уже нравится, что здесь есть праздничный такой подтекст. Обратите внимание, люрекс, уже блеск, уже хочется Нового года. Правильно? Прям такая и праздничная блуза, да. И повседневная одновременно. И очень мягкая, и приятная по тактильным ощущениям. Вам понравится ощущать себя в ней. Советую вам поторопиться. Ну и делайте свои первые покупки с телеканалом Shop & Show. А с размером поможем, не переживайте. Как выбрать размер? Да, что касается размеров, выбираем с вами спокойно. Бренд Benitra Bini один из тех брендов, который 100% помогает вам выбрать отдаленную покупку и сделать ее правильно. Почему? Потому что у него идет удвоенность размеров. Здесь не надо решать вопрос, по плечевой поясу выбирать или по бедерному. Вы просто говорите свой размер и заказываете свое изделие. А пластичность в зоне проймы достаточно свободные, 50-60 сантиметров в обхвате. Достаточно свободная форма нашего ворота, хомута, да, который сделает более элегантную форму. Обратите внимание, компоновка материала работает на вашу стройность. Более светлый оттенок уходит вовнутрь, а значит полностью сжимает вас и делает на 2-3 размера меньше. Темная сторона, которая идет по вертикали, положенная сверху, как раз таким куполом красиво обволакивает зону фигуры, особенно в зоне бедер, и как раз таки облегчает эту форму. Поэтому, надевая такую блузу, вы в зеркало сами увидите, насколько вы поменялись в формах. Вот, главное, поменяемся, помолодеем, постройнеем. Каждая женщина, вспомните, хочет видеть в отражении постройневшую себя. Вспомните, иногда надеваем блузы, подходим и начинаем себя ругать возле зеркала. Эх, вот надо было вчера булку на ночь есть, вот тогда бы бока бы не отложились. А в этой блузе вы подойдете и скажете: да я богиня, больше никакого кефира после 6 часов вечера. Да, мы добавляем берет Дженнифер. Он имеет универсальную размерную линейку и 20% шерсти в составе. Также мы добавили к нашей блузе юбку Рошель, она из эко-кожи, с эластичной лентой по поясу. И, конечно же, ботиночки Алфея. Они идут у нас из кожи с таким имитацией принта рептилий. Да? Очень элегантная и правильная длина французского ботильона. И второй образ у нас представлен более демоничный. Здесь брюки идут венда. Это сочетание эко-кожи и классической трикотажной ткани. И наши замшевые ботинки.
Альфея. Сегодня тот самый редкий случай, когда мы упаковываемся от макушки до пяток. Сегодня и головные уборы, сегодня и обувь, сегодня и брюки, и юбки, и платья, и шикарные блузы, и даже куртка. Сегодня вы можете собрать свой готовый гардероб, составленный идеально и гармонично с вашим звездным стилистом Миколой Комендровым. Кстати, заказывая на 5000 рублей и более, вы получите купон на 1000 рублей. Все подробности про купон вы еще раз можете получить в колл-центре. Так, про размерный ряд еще раз давай напомним, как взять размеры, какие размеры. Мы берем с вами спокойно, то есть не определяемся ни по плечевому поясу, ни по бедрам. У нас идет удвоенность размеров, а это 100% посадка по и вашему типу фигуры. Материал у нас идет, здесь идет у нас элемент вязки трикотажного полотна, имитирующий меланж. А значит, всегда работает на вашу стройность и как камуфляж фиксирует все нюансы и доказывает только ваше достоинство. Даже если я его выворачиваю, вы видите гладкость формы нашей ткани. И второй материал более праздничный. Здесь добавление люрексной нити делает его более таким нежным. И, конечно же, поверхность ткани, она у нас упругая и гибкая. Она пластичная, а значит, не стесняет ваши движения при носке. И, кстати, эта пластичность также работает на то, чтобы после стирки изделие становилось на свою форму. Великолепно. То есть приятное по тактильным ощущениям. Кстати, вот, Микола, когда надеваешь на себя вещи с люрексом, да, вот какие-то симпатичные, всегда раздражаешься и нервничаешь, потому что от них всегда колешься. Здесь прям приятный комфорт. Да, здесь даже вот если я выворачиваю поверхность материала с люрексом, мы видим, что нить здесь мерцает не так интенсивно, как наружу, а значит, она все-таки вынесена на верхнюю зону, нежели именно на ту, которая соприкасается с внутренней частью. Слушай, а вот еще хотела с тобой поговорить по поводу животика, которого здесь вообще нет, как будто след простыл. А куда он делся и как правильно выбирать фасоны для полника? У кого есть животик, у кого есть яблочко, как ты называешь, а? Здесь как раз-таки и работает наш дизайн для корпулентных дам. Чем больше деталей на изделии, тем лучше. Они всегда красиво камуфлируют зоны критичности, где нужно что-то прибрать, что-то убрать. И как раз-таки система двойки здесь работает на нашу стройность. Внутренняя часть принтованного рисунка более такая, знаете, разбавленная. Она как раз-таки нас сужает. А темное волокно, которое лежит по поверхности, оно как раз-таки балансирует. И обратите внимание, даже вот имитация карманов, да, вот здесь они сделаны с боковой зоны, они как раз-таки зону животика еще максимально убавляет. Угу. Поэтому, надевая такое изделие, вам будет действительно казаться, как будто вы одели два изделия, но при этом не увеличили себя. А на какой сезон ты рекомендуешь надевать такую блузу? Ну, конечно же, встретить осень, встретить зиму, в ней будет элегантно, но так она не имеет сезонов. Ее можно и в летний период, и в осенний, и в зимний, потому что комфортный, приятный трикотажный состав.